Итак, здорово, гангстеры, с вами Эдди. Сегодня в студии у нас будет небольшой мод, который добавляет такую возможность, как вставать в позу гангстера, как я это сделал сейчас. Для этого берем любое оружие, нажимаем кнопку К. К примеру, я хочу взять вот этот вот автомат, кнопка К, и вот CJ стоит вот такой вот позе. К сожалению, он не может двигаться, просто стоит, даже нельзя стрелять. Просто может вертеть мышкой и смотреть в разные стороны, и все. Вы подумаете, что мод очень тупой, да, и вообще нет смысла этого мода, но знаете, что я вам скажу? Данный мод пригодится для тех, кто любит фотографироваться в GTA San Andreas. Для этого берем скин персонажа, который нам нравится больше всех, к примеру. Ну, у меня будет этот скин, там, CJ, там, зеленый пиджак, шорты, да, такой вот модный пацан. Нажимаем кнопку К и нажимаем, не знаю, там, какая у вас кнопка фотки, F10 или F11, и... Вот такая вот фотка, и выкладываем ее в какой-то GTA форум, типа мы настоящие гангстеры, стоим в позе гангстера и держим в руках ствол. Просто это смотрится очень классно, мне кажется, но, к сожалению, нельзя ходить и стрелять, но все же для фотографии. Вот помните, был такой мод селфи, он тоже, в принципе, не очень полезен, но очень подходил для фотографий. То же самое и этот мод. Так что, дорогие друзья, решайте сами, качать вам или его не качать, будете ли вы фотографироваться или нет. Но других применений я не нашел к этому моду. Вот честно скажу, не нашел других применений, кроме как фоткаться или просто встать на дороге. Вот, йоу, гангста, где? Йоу, гангста, щит, стоять. И все такие стоят, типа, ты гангстер, лучше никуда не ехать, стоять на месте. Ну ладно, дорогие друзья, на этом закончим обзор. Вот получился очень короткий, мод очень небольшой. Но что ж поделать, такой вот мод интересный мне показался. Не знаю, как вам, не знаю, ну ладно. Всем спасибо, всем пока, удачи, скоро еще модики. Так что не скучайте, адьос, увидимся, услышимся.